Знаете ли вы, как профессиональный порошок Faberlic Home отстирывает стойкие загрязнения? Почему он эффективен против большинства пятен и запахов? С первых минут стирки за работу принимаются природные ферменты – биоэнзимы. Энзимы определенного вида подходят к разным типам загрязнений, как ключ к замку, и расщепляют их на мелкие части. Биоэнзим протеаза удаляет пятна белковой природы. Амилаза – крахмальные загрязнения. Биоэнзим липаза расщепляет молекулы жира. Маннаназа – пятна от продуктов с загустителями. Расщепленные частицы загрязнений легче удалить с поверхности ткани. Для полного устранения загрязнений, а также удаления сложных жировых пятен, к работе подключаются моющие компоненты растительного происхождения и биоразлагаемые поверхностно-активные вещества – ПАВ. Молекула ПАВ состоит из двух частей – гидрофобной, притягивающейся к жиру, и гидрофильной, притягивающейся к воде. Гидрофобной частью ПАВ присоединяется к жировой капле и переносит ее в раствор. После этого загрязнение легко смывается с волокна. ПАВ и специальные добавки препятствуют повторному осаждению грязи. Важный компонент формулы – кислородный отбеливатель. При контакте его молекул с водой высвобождается активный кислород, который эффективно устраняет окрашенные загрязнения, бактерии и неприятные запахи. Мультифункциональная формула Faberlic Home побеждает весь спектр загрязнений и нежелательных запахов.